Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Почему же ребята задерживаются? Что за крик? Да что происходит-то? Ну вот откуда они все берутся? Спасибо, что спасли нас. Сразу видно, что вы опытные авантюристы. Ха, да вообще. Господин Нинамия, с тех пор, как вы пропали, я просто... А это еще кто? Твоя любовница с ребенком? Аж с ребенком? А ну-ка, объяснись, Нинамия! Да че ты меня душишь? Да я сам эту женщину впервые вижу! Вы жестоки, ох, как вы жестоки! Я же все это время вас ждала! Давай, признай свою дочь! Блин, да прекрати ты уже! Вот тебе повезло, Сия! Это все-таки не его дочь! Не говори так, а то все подумают, будто меня это правда волнует. Она была рождена, чтобы стать хозяйкой подземелья вместо Риму, так что мы ее, конечно, побаивались, но... Это малышка. Просто прелесть, я буду ее зачищать! Фига ты впечатлительная. Слушай, Кинзи, помоги спасти этого ребенка. Да куда я денусь? В конце концов, мы же тут все в одной лодке. Придумаем что-нибудь. Но взамен, будь любезна, постарайся немного умерить свои аппетиты. Не дождешься. Подожди на секундочку! Как прикажешь это все понимать? Здесь крылоухим кроликам больше нечего есть! Сия, уведи их подальше! Задачу я понимаю! Но на кой черт ты меня так нарядил? В это время года они кидаются на все, что хоть как-то напоминает крольчиху! Не подведи нас, Сия! Если так подумать... Меня всегда интересовала только Бельза. Я не обращал внимания на остальных людей. А оказывается, бывают такие харизматичные люди, как Нинамия. Ты уж извини меня. Давай посмотрю, не осталось ли у тебя ссадин. Не смей трогать меня! Я еще не настолько тебя знаю, чтобы полностью довериться. Хм, очень жаль это слышать. Что за мерзость я сейчас увидела? Интересно, чего это на Нинамию нашло? Одно можно сказать наверняка. Похоже, что он опять что-то задумал. Вот это мужчина. Если бы только мы встретились раньше, вероятно, моя жизнь была бы совсем другой. Нет, почему ты плачешь? Нинамия так сильно беспокоится об окружающих, поэтому и вызвался эти перлы. Я часто сомневалась в его человечности, но продолжала верить, что однажды этот день все-таки настанет. Да, тебя можно понять. Ну и? Что ты собираешься делать дальше? Или скажешь, что пришел просто, чтобы посмотреть, насколько сильно я недовольна? Хм, что ты? Я всего лишь хотел передать тебе вот это. А, да, чуть не забыл кое-что. И это тоже. Вот, больше я ничего не должен. Что ж, Кинзи Нинамия, похоже, теперь тебе подвластна невероятная сила. Но это еще не значит, что все будет так, как ты захочешь. Если уволишься сейчас, пожалеешь об этом. Так что... Кажется, твое везение закончилось, и ты меня больше не переиграешь. Болтайте, пока еще можете себе это позволить. Попозже я погляжу на ваши рыдающие физиономии. Ты пожалеешь об этих словах? Точно! Ну уж мы тебе устроим. Стоимость камней обрушилась? Малявка, ты втираешь нам какую-то дичь! Неудивительно, что все эти сломленные люди на вас злятся. Я понятия не имею, кто ты такая и вообще откуда взялась, но... Не надо делать вид, что ты меня как облупленную знаешь!